Йоу, кисули, с вами я, Женяша, и сегодня я буду делать челлендж «Назови число от 1 до 10, и я подарю тебе питомца». Как я это буду делать? Ребята, я буду искать тех ребят, у которых на сервере пишет плюс пэт, помогите, у меня нет питомцев. Я буду таких ребят искать, и когда я их найду, буду узнавать, почему они просят питомцев, и в дальнейшем давать им челлендж. Назови число от 1 до 10, и какое число назовет, то питомцы получат. А питомцы у меня сегодня реально очень прикольные. Сегодня у меня легендарная альбина Монки, диамант Леди Баг, Фрост Драгон, также Фрост Фурия, Голден Грифон, Райт Единорог, Золотой Лев, Монки Кинг, Октопус и Единорог. Этих питомцев я раздам на серверах. Я, конечно, хочу посмотреть, как ребята реагируют, что они говорят в этот момент. Спасибо. Эту рубрику я хочу продолжить и дальше, но если на этом видео будет 15 тысяч лайков, поставь обязательно лайк, и тогда я продолжу делать эту рубрику. Реально, чем быстрее вы поставите лайки, тем быстрее будет следующее такое видео. А я, ребята, начинаю, посмотрим, кому же такие питомцы достанутся и какая у них будет реакция. Гоу, погнали! Итак, ребята, я зашла на сервер, и сейчас я буду искать ребят, которые просят питомцев. Мне почему-то реально таких всегда жалко, которые на серверах стоят и просят питомцев. Вот, смотрите, тут стоит девочка. Райт, это пожалуйста. Тут, ребята, какая-то девочка говорит, я Женяша. В смысле, ребята? Ложь. Наглая ложь. Это девочка не Женяша, явно. Ребята, она малышка в руках. Она говорит, что тебе надо? Что тебе надо, Шнур? О, ничего. Сейчас мы у нее спросим, а какие у тебя пэты есть? Она, короче, хочет райд или флай питомца. Но сначала сказала, что тебе надо. Классно. Никаких. Серьезно? Раз у нее нет питомцев, давайте с ней сыграем челлендж. Напиши число от 1 до 10, я подарю тебе питомца. Блин, у меня хэштеги 2. Ребята, это девочка. И тут еще даже мальчик тоже 2 написал. Она, короче, сказала 2. А по числом 2 у нас сейчас мы посмотрим. Ребята, это же Райт Единорог. Так, давайте посмотрим, что же она нам скажет. Скажет, наверное, что тебе надо. Так, мы отдали ей. Ребята, давайте сейчас посмотрим. Так, пока она вроде прыгает, вроде ей весело. Она мне говорит спасибо. Спасибо, пожалуйста. Ты рада, малышка? Оно не ходит. В смысле не ходит? Оно катается на нем, Райт. Иди катайся, хватит бомжевать. Она начала кататься, она кричит. Она, походу, поняла, да, ребята, она поняла, от кого это питомец. Все, ребята, мы осуществили девчонке мечту. Она хотела питомца себе, получила под номером 2 единорога. А эта девочка, это та Женяша фейк, ребята. Ты что, Женяша? Райт, это, пожалуйста, это моя мечта, плиз. Она не Женяша, да, она не Женяша, но она просит питомца, ребята. Пусть она покажет, какие же у нее есть питомцы. Нету. Так, ну ладно, давайте мы тогда, ребята, все-таки дадим ей питомца. От 1 до 10 напиши число. О, она уже знает. Число 3. Окей, хорошо, ребят. Это питомец Леди Баг, Райт. Офигеть, ребята. Вот этого питомчика все-таки я дам, ребята. Ну, это правда, девчонка. Нет питомцев, а она там вот даже Женяша ник сделала, чтобы привлечь к себе внимание. Так что давайте мы, ребята, отдадим Леди Баг. Она говорит спасибо. Она говорит, флай ей еще нужен. И говорит, эх, ну, ребята, ну так это уже нечестно. Я ей Райт Леди Баг подарила, а она говорит, теперь ей флай нужен. Вот это да. И та девчонка тоже ушла. Ничего, мне кидаешь, что ли? В смысле? Алло. Уже, ребята, я не знаю, что это девчонке нужен был флай, она мне не пишет больше ничего, и получила питомца, и все. Короче, чувствую себя какой-то обманутой вдвойне, что она Женяша, что и ей еще не понравилось, что это питомец был, как я поняла, не флай. Все, ухожу с этого сервера. Всего хорошего! Ребята, я увидела девочку на сервере, которая пишет в чате. Ищу человека, который выслушает меня сейчас и поддержит, пиши я. Вот эта девочка. Я тоже хочу поддержать эту девочку. Она, у нее ник бомжа. Она говорит, что случилось? Она говорит, идем в другую обстановку. Ребята, давайте посмотрим. Может, это какая-то обманщица, а может, нормальная девочка. Так, давайте сядем, присядем и послушаем ее. Так, она пишет, простите, но я буду плакать.
Ничего, мы все выслушаем тебя. Расскажи нам, пожалуйста, что с тобой случилось. Вот у меня вопрос. Почему в игре все так легко и расставаться, и все? А в жизни так тяжело. У меня, говорит, ЛП. Ну, потому что они глупые, вот девочка говорит. У нее ЛП уезжает навсегда. Дело в том, что я такая... О, ребята, она себя обзывает. Я же ужасна. Ну почему ты не ужасна? Почему она так думает о себе? Нет, ты не ужасна. И ты совсем какая-то плохая. Все так думают. Ну не расстраивайся. Слушай, забей на это все. Ребята, такая девчонка-то хорошая. Я прямо в шоке. Будь собой, люби жизнь. Я устала. Забей на всех, кто что-то плохо говорит. Наслаждайся жизнью. Жизнь одна. И те ребята, которые плохо о тебе что-то говорят, не надо на них обращать внимание. Родители, говорит, не понимают. Вот, говорит, выпей. О, ребята! Так мило. Вы такие няшки. Обожаю. Ну, это обалдеть. Вы посмотрите просто. Никто ничего почти не понимает. Говорит, помогу. Смотрите, какая классная девчонка. Little Horse мне очень нравится. А в игре все помогают. Я вас всех люблю. Все будет хорошо. Эта девочка очень грустит, что ее в реальной жизни мало кто понимает, и она ищет друзей в игре. А также напишем ей в комментариях, чтобы она не грустила, и посоветуем, как ей быть. Давайте ей подарим пета. Я хочу тебе подарить питомца. Сейчас мы ей подарим. Давайте я ей скажу, напиши число от 1 до 10. О, она нам сказала число 9. А 9 это число. 9 число это грифон. Это тебе. Пожалуйста, держи, это тебе питомчик, а не грусти. Говорит, будем дружить. Жалко, что я, это мой аккаунт, который я сейчас снимаю видосы. Она радуется, так, ребята, она очень радуется, что я ей даю грифончика золотого. Ребят, вот это мне реакция прям очень нравится. Эти две девочки попали ко мне в видос, ребят, представляете? Она говорит, блин, а что взамен? Я Женяша. Женяша, обожаю тебя. О, ребят, лавки. Просто классные, крутые девчонки, мне они понравились. Скажу, о, девчонки, дружите. Ребята, давайте жить дружно. Хорошие девчоночки, пока. О, ребята, я тут увидела бужика. Он и по-английски, и по-русски пишет. Пожалуйста, дайте райт пэта. Ты бедный? Мы нашли следующего бужика, который прям реально в туалетной бумаге сидит, лысенький. Вообще бедный, несчастный. Питомцы есть? Почему ты бомжуешь? Меня просто читеры забанили. А на другом аке была черепаха. За мной, пойдем за мной. Как тебя зовут? Мафиозный. Катя? Ее зовут Катя. Я могу тебе подарить питомца. Напиши число от 1 до 10. Ну, 5. 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5. А под номером 5 у нас Райт Осьминог. Давайте мы ей достанем его. Вот этот осьминог. Поможем и дадим ей питомца Райт Октопуса от Женяши. Все, мы сейчас ей отдаем. Ого, говорит, ты не дашь? Дайте пэта, пожалуйста. Она не верит мне, ребята, что дам ей питомца ей или нет. Мы сейчас дадим ей и смотрим на ее реакцию. Как она отреагирует. Офигеть! Классная реакция, да? Офигеть! Спасибо! Бедняга, все, ты теперь не бедненькая. Мне еще тоже подходит, дашь пэта. Ну, ребят, может, мы этому мальчику тоже дадим? Я такая, говорит, радостная. Давайте мы ему попросим сказать, чтобы он показал своих питомцев для начала. То есть, чтобы понимать, насколько он прокачанный в игре. А он показывает у него стартер эгг. Угу. Типа, больше у него ничего нету? Нет. А еще, он говорит, меня взломали. Ну, ребята, раз его взломали, ну, окей. Ребята, меня взломали. Он говорит число 7, так. А число 7 у нас Гардиан Лев. Вот этот питомец, это его. Вот он. О май гад, говорит. Держи, это тебе питомец. Можно я, ребята, так, меня тут уже просто начинает видеть, что я раздаю питомцев по числам, и все хотят сыграть. Он говорит, я в шоке, говорит, о май гад. О май гад. О май гад. Расскажу стих за пэта. Травка зеленая, солнышко блестит, ласточка летит сенью.
Расскажу стих за Пэта, ребята. Мне ты нравится. Девочка, сейчас будем слушать стих. Покажи всех своих питомцев. Света 234. Она показывает мишку. Ой, коалу показывает. Так. И походу, как я поняла, все. Больше у нее питомцев нет. Назови число от 1 до 10. 8, ребята, да, сказала 8. Так, а под номером 8 у нас питомец. Единорог, Райт! Ау, ребята, офигеть! Единорог этой девочки будет. Вот он. Вот этот питомец будет для тебя. Где-то девочка, которая рассказывает за питомца, расскажет стишок. Я бы хотела послушать. Она даже мне коалу свою отдала. Так, ну мне тут уже начинают просить. Но нет, ребята, я уже так не буду давать. Я буду чисто кого встречу в видео. Ну что, ребята, мы сейчас побежим и найдем ту девочку, которая хотела рассказать стих. Где эта девочка? Девочка пишет, кто исполнит мечту, пиши я. Не только же мы прям бомжикам будем помогать, но и тем ребятам, которые мечтают о каких-то питомцах. Я хочу тебе исполнить мечту. Райт Пэт. Какие у тебя есть пэты? У нее есть кролик, у нее есть мамонт, шоколадный лабрадорчик, динго, стегозавр, мурка, кошечка. Ребята, ну у нее, в принципе, легендарных питомцев вообще нет. И она мечтает о пэте Райт. Пошли за мной, я тебе сейчас сделаю классный подарочек. Так, ребята, за мной не один человек идет. Я бежал 3 года, 2 месяца, 14 дней и 16 часов. Ребята, они все хотят, чтобы я исполнила эту мечту. Так, ну окей, в принципе, сейчас будет 5, она говорит. Так, ну 5 у меня было. Другое число скажи. Число 10, а число 10 это у нас Райт Монкей, Монки Кинг, Ариана. О, ребята, ее зовут Ариана. Какое красивое имя, обожаю. И сейчас мы ей выдаем, ребята, смотрите, какая у нее реакция. Она говорит, о май гад. Она, походу, поняла, кто я, потому что я написала, а Джиняша сразу питомца, принимай, все, ты лучшая, ребята, она поняла, кто я. Осуществили реальную мечту девчонки на сервере, мечтала рать питомца и получила легендарного, классного монки-обезьяну. Стоп, ты Джиняша? Да, ребята, она тоже хочет, чтобы я ей мечту исполнила, но у меня осталось 3 питомца. Под номером 1 Frost Dragon, под номером 6 Frost Fury и под номером 4 Monkey. Я видео, да, мама, я в ютубе. Скажи число. Под номером 6 это Frost Fury. Классно, все, ребята, значит мы ей сейчас достанем фурию, покажем. И этого питомца мы ей отдадим. Shade Oak 228. Держи, кисуля, это для тебя. Смотри, конечно, ее реакцию. Они уже знают, что я же няшек. Они меня благодарят. Няшки, ребят, все, они в моем видосике, лавки им. Ребята, да я в шоке, и еще никто этих питомцев все-таки не выбрал ни Frost Драгона, ни Альбину Монки. Но я, ребята, решила все-таки этих питомцев разыграть в следующем видео, когда на этом видео будет 15 тысяч лайков. Так что, ребята, если вы еще не поставили лайк, то обязательно поставьте, и я сделаю продолжение следующее. И этих питомцев Альбину Монки и Fly Ride Frost Драгона тогда я уже разыграю в следующем видео. Вот такой сегодня у меня челлендж получился. Думаю, очень прикольный. Пишите комментарии, как вам такой челлендж и продолжать ли мне его. Всем пока, котики! Пока-пока-пока-пока! Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.